25 октября в клубе спортивно-тактических игр «Веселый Роджер» прошел второй этап военизированной станционной игры «Я патриот России». Участниками квеста стали 10 команд Центрального округа. Военизированная станционная игра «Я патриот России» включает в себя 5 этапов. Мы разделили по округам в каждом округе. От каждого округа будет участвовать 10 команд. Это по 100 человек. Всего в игре примут участие 500 молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет. Это в основном, конечно, участники клубов юнармии, ну и просто ребята, которые занимаются в клубах, при школах, в патриотических клубах. 100 школьников состязались в выполнении нескольких заданий, в числе которых сборка и разборка автомата, физические упражнения, тактическая и циклическая стрельба, игровой бой 4×4 в лазертаге. Наша команда учится слушать друг друга, понимать друг друга, приходить всегда друг другу на помощь. Мы единый коллектив, который ежедневно тренируется, сплочается. На этих соревнованиях мы состязаемся друг с другом. Эти навыки нам помогут в будущей службе в армии. Некоторые из нас поступают в военные академии, и это поможет при поступлении. Это дает дополнительные баллы, а также, в первую очередь, навыки. В итоге лучшие результаты показали команды школ номер 16 и 17. Они представят Центральный округ в финале. Третье место заняли ребята из 48-й школы. Следующий этап военизированной игры «Я патриот России» пройдет 1 ноября.